18 октября. Мы проводили солнышко, но уходить все равно не хочется. Андрюх, сколько ты уже часов в воде сегодня? Часов 5, да? Это твоя третья сессия? 4. Полтора утром, полтора вечером и еще там часик в лагунке. Вот ты жадина, да? Жадина говядина. Я вчера просто не катался. Смотри, идет. Ну вот, такая ситуация. Можно кататься прям до ночи. О, там хорошее что-то идет. Ну все. Уходим с пены. Грех пена здесь побыстрее немножко. Сейчас еще раз будем делать дагдайв. Готовы? Прямо в стеночку. Не сложно. Следующая волна будет побольше. Будем проныривать пену. Опять с дагдайвом. Ну вот как-то так. А это уже просто прогребем. Спокойненько. Фух. О, еще одна. Будем брать. Опа, стеночка. Фух, на меня будет закрываться. Придется тогда и делать. Через пену. Когда делаю тогда, носом выдыхаю под водой, чтобы вода в нос не попала. Вот такой он ночной серфинг. Ну вот, пока время у нас 18:27. Еще, думаю, минут 10-15 можно катнуть. Пока видно. Давай еще минут 10. Ты занулся? А я не успел проскочить стеночку. А я стеночку не успел проскочить. Не зашел, да? Нет. Ну что, еще минут 10 посидим? Давай, что, походим на пляж, да, вон туда. Близко грести, да, здесь? Ну, близко, быстро. Минутки две. Так, ну вот идет домашняя, попробуем ее взять и ехать до берега. Гребем вышли, пока она разрушилась, и нас не настигла следующая волна. Настигает. Пьяна. Ага, нормально.
и продолжаем трясти на педе. Поверх педы. Так. Здесь в этом моменте надо интенсивнее грести, чтобы задняя рама не достала. О, здесь уже мелко. По колено. Ну все, дальше выходим ногами.